музыкальным подарком вас приветствует лауреат международных конкурсов Юрий Ветровский. Он исполнит инструментальное произведение Виктора Власова «Праздник на Молдаванке». Thank you.
Красноярск и Свердловский район славятся многолетними культурными традициями. Образ города неразрывно связан с именами выдающихся деятелей культуры, красноярских писателей, художников, хореографов, режиссеров, музыкантов и артистов. Первое выступление профессионального театра состоялось в Красноярске в середине 19 века. В мае 1878 года завершилось строительство здания Красноярского театра. Во время Великой Отечественной войны в Красноярск были эвакуированы Днепропетровский и Одесский театры оперы и балета. Объединенная труппа давала спектакли на сцене театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Как вы, я думаю, догадались, мы переходим к награждению победителей конкурса молодых талантов Свердловского района в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства». Для вручения премии в данной номинации мы вновь приглашаем на сцену руководителя администрации района Владимира Викторовича Кутапова. Под ваши аплодисменты мы встречаем дипломатов номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства». Приветствуем Жукову Анастасию Игоревну, 1999 года рождения, учащуюся 10 класса МГУ средняя школа номер 93. Анастасия активно участвуется в творчестве, общественной и спортивно-туристической жизни школы. На основном направлением для нее является творчество, вокальное искусство. Занимается вокалом с 4 лет, выступает на площадках на районных, городских и краевых мероприятиях. Имеет многочисленные благодарственные письма. В 2016 году стала лауреатом первой степени Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей. Встречаем Мартина Сергея Степановича, 1999 года рождения. Учащегося 9 класса Красноярской общеобразовательной школы номер 4 для детей с ограниченными возможностями. Сергей постоянно участник различных мероприятий в городе и районе. Участник и призер международного конкурса детского творчества России в городе Бийск. 21-го городского фестиваля художественного творчества инвалидов «Горница». Дипломант Международного детского художественного фонда «Утро года». Приглашаем на сцену Протопопова Алексея Владимировича, 2000 года рождения, МБУ, комплексный центр социального обслуживания населения. Алексей – творчески одаренная и активная личность, участник и призер многих конкурсов и соревнований. Имеет несколько благодарственных писем от муниципальных и государственных органов. Занимался организацией помощи беженцам с Украины. Проводит бесплатные мастер-классы по головорению, бисероплетению, объемному оригами и изготовлению сувениров. Ежегодно участвует в краевом конкурсе «Планета молодых» для детей с ОВЗ. Дорогие друзья, еще раз приветствуем дипломатов конкурса и встречаем лауреатов номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства». И вновь на сцену приглашается для заслуженной награды Ветровский Юрий Николаевич, 2002 года рождения, учащийся в МГУ средняя школа номер 92, детская музыкальная школа номер 7. Юрий – уникальный пианист-виртуоз, подвижившийся музыкант с редкой степенью дарования и множеством значительных достижений исполнительского мастерства. Он владеет самобытной манерой игры на инструменте баяне, своим авторским почерком, исполняющим музыкальные произведения, высочайшие сложности, далеко выходящие за общепринятые рамки возможностей других исполнителей. Обладатель самостоятельно подбираемого большого концертного репертуара, включающего музыкальные произведения всех музыкальных жанров и направлений. Своим 14 годам Юрий является многократным лауреатом и обладателем гран-при, абсолютным победителем престижных известных музыкальных конкурсов, обладатель специальных призов самых высоких оценок жюри более 90 конкурсов. Ему вручена золотая звезда холдинга «Евромедиа Стар Групп». Перечисление
его достижений займет приличное время. Лучше давайте просто поаплодируем. Просим подняться на сцену еще одного известного жителя нашего района, Тараканова Дениса Анатольевича. 1998 года рождения, учащегося 11 класса МАО лицея номер 9 Лиги. Денис 1 класса является постоянным участником творческих и культурных мероприятий Свердловского района и различных творческих площадок города Красноярска. Денис многократный лауреат международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов профессионального вокального мастерства. В 2012 году основал музыкальную группу «Соль». В настоящее время выступает как сольно, так и в составе группы «Яков». Награжден знаком отличия «Трудовая доблесть России» за успехи в области культуры и искусства. Для награждения приглашаем на сцену Фаткуллину Анастасию Дмитриевну, 1998 года рождения, учащуюся 2 курса КГБ ПУ Красноярское художественное училище техникум имени Сурикова. Серьезное и увлеченное отношение Анастасии к изобразительному искусству начало проявляться еще до поступления в училище, когда она приняла участие в международных выставках-конкурсах Германии, Болгарии, России. Награждалась дипломами участника и победителя. Ей была присуждена краевая стипендия имени Сурикова. Имеет множество благодарственных писем и дипломов за помощь в организации и проведении различных мероприятий. Она видит в своей профессии будущее, отличается трудолюбием и целеустремленностью, не останавливается на достигнутом, являясь примером для многих сокурсников. Уважаемые гости, уважаемые друзья, если есть желание сфотографировать ваших коллег, воспитанников, сейчас вы можете это сделать. Давайте еще раз поприветствуем, аплодируем дипломатов и лауреатов конкурса в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства». Все подарки вручены, дипломы. По крике «Браво!» Пожалуйста, займите места в зале. Дорогие друзья, учитывая, что тяжелый график, к сожалению, не позволяет мне уже присутствовать на этом замечательном мероприятии, хотел бы еще раз подводить итоги уже нынешнего дня, поблагодарить всех тех, кто причастен к тем результатам, которые сегодня мы с вами увидели, тем результатам, которые оценивала наша коллективная серьезная жюри, отметить, что все наши дипломаты, лауреаты, это люди действительно чрезвычайно одаренные. Вы сегодня даже вкратце увидите, какими наградами, какими достоинствами, какими званиями они обладают. И действительно, это лишь малая толика того, что сегодня вынесено именно на вот эти слайдовые презентации. Дорогие ребята, дорогие друзья, хочу пожелать вам творческих, спортивных, научных, профессиональных успехов. Вы еще очень молоды, у вас все еще впереди, вы действительно открываете перед собой широчайшую дорогу, которая приведет вас, я уверен, абсолютно хорошим, достойным вашей жизни результатом. Еще раз благодарю ваших родителей, ваших воспитателей, ваших педагогов за то, что они вложили огромное количество сил, стараний в то, что вы сегодня имеете, ну и, конечно же, вас за то, что вы сумели этим благодарно воспользоваться. И надеюсь, что вот эти дипломы, эти награды лягут еще одним хорошим, достойным вкладом в вашу визитную карточку, в ваше портфолио, когда можно говорить, да, вам сегодня в вашем дальнейшем творчестве, в вашей дальнейшей жизни, в вашей дальнейшей судьбе. Еще раз спасибо вам. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо.